Всем здорово, народ! В общем, сегодня мы с вами играем за писающую игрушку названием Странника. Ну и в общем, нам вчера вот это вот привезли. Нам вчера привезли вот это. Да, нам привезли большую платформу. И сам об этом даже не хотел говорить. Я просто хотел молчать. Но у меня не получится молчать, потому что, ну, ребят, как же ты такого кайфа откажешься, ё-моё. Так, давайте закроем сначала. Чтобы никто у меня тут не украл, а то хватит всякие, да? Так, ну и в общем, давайте сначала что-нибудь посмотрим, что тут у нас есть. Так. Это маленькая батарея. Как вы, наверное, помните по прошлой, вчерашней даже серии, мы с вами приобрели... Так, приобрели кое-что. Так, у нас скорость. А, вот что это, байт, это наша скорость интернета. Все, понял. Ну нахрена она нам? Мада, мада. Получается, это такое себе. Так. А, я то есть тоже могу питаться от этого? А, ну туда давайте сейчас попробуем. Опоры подключаются ли? Да, опоры подключаются, но они вот прям вот очень маленькое расстояние. Так, ну давайте вот так. Не, очень мало. Очень маленькое расстояние. Опачи. Опачи. Чичи, не чи-чи-чи. Так. Что-то я тут совсем все понарушал. Да, нарушитель. Ой-ой, какой же это бред получился. Ай-яй. Так, ну это давайте тогда поставим на наш склад. На наш мини-склад. Да, такой. Такой. Прям такой. Эта батарея нам, ну, она нам всегда дает. А это у нас только, ну, когда органика у нас есть, дает. А когда нету, тогда не дает. Камера для исследования. Слушайте, а может быть сюда поставим? Погнали. Посмотреть. Ой, я могу исследовать что-то. А, да? А что мне исследовать? А мне нечего исследовать. Так, ну давайте тогда немного дальше отойдем. Там, кстати, что-то есть спереди, но давайте тут вот немножечко это схем тут всяких соединений собираем, да. Потому что соединений много не бывает. Так, нет, надо будет сюда кислородные протыкать, потому что мы тут иначе все уже задыхаемся. Так, окей, у нас какой-то корабль, но мы сейчас задохнемся. Идем, идем, вперед, вперед, идем, идем, вперед, вперед. А, давай, 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 давай. Вот, все, мы дошли до первой нашей. Так. Надо как-то будет думать. Очень много думать, потому что если мы все будем вот так вот бездумно делать, как я это делаю, то это будет очень плохо. Так, что-то я ее слишком перемахнул. Так, давайте создадим.
Опоры. Понос мы должны создать. Опоры для поноса. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, погодите. Что-то здесь не так. Надо вот так, наверное, ставить. Так, Так, последние все опоры у нас остались. Что, последняя опора в прямом смысле. Ой. Блин, ну а мы все равно как бы не достаем. Так, ну в общем, давайте это. Так, ну, в общем, это пускай вот так. Это вот так. Это у нас вон так. Переборщили, бывает. Извиняюсь. Так, ага, все, это последнее. Да, обязательно пишите в комментарии помощь, которая мне достаточно понадобится от вас. В течение прохождения всей этой игры. Я не знаю, вообще она проходимая или нет. Она вообще бесконечно. О, динамит нашел. Реактивный трамплин. Ага. Слушайте, а это новая база, мне кажется, даже такая как-то. Малый контейнер. А у меня места хватает. Ой-ой-ой. Да тут до хрена вообще всего. Ого! Раковина! Я, кажется, летать все это время мог. А я думал только прыгать. А, все, он вижу. Да блин, это слишком мало летать-то. Это очень мало. Хотя бы на минуту, на 30 секунд дали. На 10 хотя бы, а не на 2, на 3. На 4. Так, вот тут у нас лишнее стоит. Так, вот так, мне кажется, наверное, надо ее поставить будет. Ух, сколько я тут всего принес сейчас. Так, у нас тут почвой, тентишкой, опоры есть. А для чего мне это трамплин на твердом топливе? А какое топливо сюда надо? Эти топлива. Это топливо. Это топливо, это не топливо, да? А мне казалось, это топливо. Даже очень, и вот это вот тоже, это очень топливо. Видимо, оно так и будет называться, твердое топливо. Но пока нам это... Ну не надо. Ну не надо. Так. Малый контейнер нашли. Малый контейнер это у нас... Вот сюда, пустой. Ох ты ж, ё-моё. Так, блин, я не достаю. Ну хорошо то, что мы хотя бы вот тут можем подпитать. Хотя бы начать что-то подпитывать. А нам нечего. А есть, я не знаю, что это за предмет такой. Что это за фигня? Все, спасибо за ответ.
Так, ребята, ну я что-то не понимаю. Правильно, я это сейчас все вот делал, то, что я сейчас это делал. Делал, прям делал, понятно, да, наверное. Это органика, нахрена мне уж органика. В жопу себе эту органику засуньте. Это что? Это что? Это кто? Ну, их шарик. Какой-то шарик. Так, это что у нас? Это просканировать надо, наверное. Раковин всякие, да, всякого этого говна полно. О нет. О нет. О нет. О нет. Да я в миллиметре был. Да. А где все мои предметы? А вот они. Не, этот надо рюкзак. В нем было много чего полезного. Блин, мне все равно обидно. Так. А что это я подобрал? Это у нас почва. Надо... Поэтому я вам сейчас покажу, что надо с собой брать. Ну, наверное, уже все догадались, что надо с собой брать. Давайте сначала сюда заглянем. Так. Награды. Ага. Ух ты ж, это что нам дали? Маячок. Маньячок. Маячок, маньячок. Мда себе такое охрененное. Да убери ты! Задолбали вы меня. Так, вот у меня там это лишнее оставим, да? Да. Лишнее. Так, ну лишнюю мы тогда вот туда засовываем. Все. И на этом все. Нет, я шучу. На этом не все пока что. Пока что. А не, все. Нет, ну серии не все, но нам надо сейчас маячки вот эти вот как-то понарасставить. Не знаю только, зачем и куда нам их понарасставить надо. Так. Что-то я хотел сделать. Но вопрос! Что я хотел сделать? А, я хотел это, маячки. Маячки я хотел. Ой, не маячки, а как-то опоры. Так, да нет, убери. Так. 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 Все, теперь можно наверх. Так. Так. Да ё-моё, иди ты, ты сейчас будешь задыхаться, потому что...
Так, нам надо сейчас там подышать немножечко. Хотя не, пока что не надо. У нас тут раковин слишком дохрена. Ага, я вообще тут обошел ее по максимуму. А, я потому что не подзарядился немножечко. Так, это что у нас? Опоры! Ого. Так, идем наверх. Ох, ты ж там пещерка. Не пещерка, а золото. Так. Ема тут соединение. Так, все, и бежим, бежим назад. Блин, вот из-за этих сраных опор, вот, которых надо прям дохренище делать, из-за этого вот можно легко слиться в самом начале. Просто слиться в самом начале. Так, давайте создаем опоры. А, мне некуда их засунуть, тогда будет. Эу, где опоры? Кто мои опоры съел? Не понял. Реально, а где мои опоры? Они тут? О, реально, вот. Кто съел мои опоры? Так, оп. Так, берем еще одну. Ой, ма, кстати, тут еще одна дыра. Большая, между прочим. Я туда не пойду. Я сыкую. Так, ну, в общем, ладно, побежали прямо. Тут уже все, дальше поймем. А где она? Там где-то, видимо. Потерялась. А, вон она, все, вижу, вижу, вижу. Окей. Окей, let's go. Так, одну опору вот так. И последнюю опорку. Вот сюда, yeah. Правда, ну мне сюда не по кайфу идти, в принципе. Что это у нас тут за органика такая? Ох ты, что, что? Что у нас, камень? А почему я его не добываю? Грунт, наверное. Так, что-то мне это не нравится, то, что у меня тут ничего нет. И матом спуск. Хорошо то, что я под себя еще не рыл, конечно. А то так бы вообще туда свалился. И все бы было. Кабздец. Туда, в принципе, можно будет пролезть. Ну, когда-нибудь потом, когда мы уже сами разовьемся. Просто такие будем. Просто всех начнем мочить там. С первой пульки, с первой. Не знаю, что тут есть. Возможно, и пули тоже. Но это вряд ли. Какие-нибудь космические там пушки у нас будут.
О, ребята, вот как они выглядят, эти предметы для исследования. Ух ты ж, как надо бежать. Но я не могу, потому что у меня вот это вот говнище. Да брось, да брось, да брось ты ее тут. Нам надо сейчас бежать, нам надо сейчас бежать. Все, не задохнешься больше никогда. Я тебя иначе прикончу. Ох ты ж, ребята, какой же он громадный. Ой-ой-ой. Просто еле иду. Так, ну, наверное, там нам скорости интернета должно хватить. Сколько там байт у нас? Миллион? Возможно, мы даже в скором отправимся там на другую планету, потому что я прочитал то, что тут очень много планет, и на каждой можно побывать. Я сам охренел был, когда об этом узнал. Так, давайте, где наши малые батарея? Так, органика. Все, ребят, питает. Питает и хватает. Так, все, давай, 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 давай. А долго это исследовать надо? 5 минут? Да ладно, нормально. Самое главное, чтобы вот этой вот органики нам хватило. А у меня больше даже нету. Поэтому нам сейчас надо будет органику пойти добывать. Да, нам надо сейчас органику идти добывать. Все идеально. Возвращаемся. Старые добрые. Ой-ой-ой. Собирательством занимаемся. Каким-то. Ой, 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 зря я это сделал. Наверное, это долго будет делать, поэтому, ребят, ну для вас я это пропущу. Ну, блин, 4 нахрен минуты, тут сидеть 5, можно сказать, даже если округлить. В общем, всем пока-пока. Да ладно, я шучу, я просто ненадолго пролистаю для вас. Просто для вас вот так вот, это, на очень маленькое время для вас пролистаю лично. Ребята, я решил сам ненадолго отойти, и вот что произошло. Я откинулся, я даже забыл то, что мне надо подключение воздуха, и здесь его нету попросту. Ё-моё, что я за идиот? Вот насколько вот я идиот, ребята. Так, да ну есть же место, я знаю где даже. А почему здесь тогда было, а здесь нет? А, бредятина, бредятина полная, я так считаю. Так, ну хотя бы то, что я вовремя прибежал. Просто вот на секунду отвалёкся, и Васю уже. Мада, мада, мада. А у меня скорость интернета. А чё так интернет быстро снижается? Чего? А что если опять вилку я включу? Не, все равно та же. Но блин, ребята, мне не хватит этого интернета. Ну что, нам надо будет сейчас добывать. Погнали! Погнали, ё-моё! Погнали, 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 ё-моё!
Так и тут фигню, блин, страдаю. Заниматься нам тут, видите ли, нечем, ё-моё. Так, где моя база? Немножечко курс там сменил сейчас. Ай-яй-яй, это очень плохо. Опять надо органи. Ну да, ребята, да, все нам не хватает. Я хотел пойти, но я просто не успеваю. Ой-ой-ой. Так, давайте это. Комплект этот выложим, потому что он нам, ну, не надо, просто он нам не надо. Нахрена он мне? Так, все, ребят, мы должны все так вот сделать. Ну и ждем, получается. Просто ждем. Сколько там у нас? Или хватит, ребята? Да, все, хватит, 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 хватит. А вот то, что скорость интернета начала быстро падать, я этого не понимаю. Увы. Так, ребята, все, давай, 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 давай. Быстрее все у меня сейчас закончится. Нет, 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 нам сейчас надо будет опять идти добывать. Что? А, это сколько осталось? Я идиот, я в жопу думал, то что это какая-то хрень, ё-моё. Так, ну, выключить. Ну да, ребята, ну слушайте, у нас получилась такая серия, но, ребята, это же вы понимаете, сейчас не закончу. Я просто так это сказал. Так. Камера для исследования. Нет, нахрен она мне нужна. Большой принтер. Нахрена он мне нужен. Мне нужен большой рюкзак. Потому что места вообще нет. Еще пускай засунуть это извинение нахрен. Так, плавление металла. Размах. Напечно, та-та. Получите еще 2000 байтов. Окей. Соберите. Ой. Вы издеваетесь? Ну нахрена? Ну нахрена? Ребята. Ну нахрена? Ну нахрена? Ну нахрена? Ну нахрена? Ну нахрена? Ну ладно, ребята. Видимо, сама судьба. Ну как бы этого оно хочет. Ну как бы, ну да. Так, ну ладно, давайте назад теперь возвращаемся. А теперь я вам расскажу, для чего мы вернулись назад. Потому что у меня этого места нету. У меня места нету. У меня даже вон для опор места нету. Ой, у меня просто этих... как это называется? Связи, завязи, в жопу эти мавизи, почему еще мачавизи, которые тут авизи. Ладно, давайте вот сюда на плат. Нет, 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 нет! Выключи! Выключи! Мне дай. Это мои предметы. А дай мои предметы. Да закрой ты! Да.
Да сюда ты поставь! Ладно. Это война. Так, ребята, ну, в общем, смотрите, я тут немножечко подумал и вспомнил то, что у нас тут вот такая вот фигня произошла. Правда, одна фигня, и это куда-то пропало. Ну ладно, ничего страшного, ребят, давайте туда сейчас заглянем. Что там у нас происходит? Интересно. Что там у нас происходит интересного? А, она у меня и в инвентарь забралась. Нахрена вопрос, если я не забирал инвентарь. Так, аккуратно тут туда вот спускаемся. Так, просто вот тут надо вот так вот аккуратно осмотреться. Ой-ой-ой, что я натворил? Я только что понял то, что у меня не будет связи с кислородом. Если я так сделаю. Это очень серьезная сейчас у нас проблема. Так, ну ладно, давай тогда здесь ее. А, куда ты покатилась? Нет! Да, вот видите, вот какой я лох, я даже играть-то толком не научился. Так, вот так. Там какая-то вон даже упала. Сейчас ее подберем. Она сейчас будет у меня работать. Я ее заставлю работать. Так, почему-то здесь две сразу идет на одно, хотя тут чего? А, да, все, вспомнил. Я вспомнил то, что я лошок. Ну, с каких-то пор, да. С каких-то опор, да. Из-за каких-то опор. Так, ну давайте тут вот это вот. А, так, это забираем, а это в руки. Так, ну, в общем, кик-кик-кик. Ё-моё, так, тут аккуратненько вот так вот спускаемся, спускаемся. Здесь надо будет вот так вот спуститься. Только надо это сделать аккуратно. Так, вот так, ё-моё, ага, так. Где моя уже распечатанная, которая была? Куда она делась? Куда распечатанная хрень делась? Эй, кто ее съел? Я? Я ее не ел. Она невкусная. Так. Эй, кто съел эту фигню? Я ее не ел. А ты ее ел? Приятного аппетита. Бредатина, бредатина, бредатина. А вот она куда упала. Да, убери. А, не это. Вот и ё-моё, какой я лох, какой я лох. Как же это круто. Так, вот так. Так, с собой берем их. Ема, тут просто, я даже с самого начала, когда мы тут начинали с вами играть, я даже до этого не мог додуматься вот, попросту. А сейчас я уже вон какие схемы проворачиваю. Так. Я немного не понимаю, что там у нас дальше, но, видимо, так надо. Видимо, так надо. Да, возьми ты, ё-моё, её. Эту ненужную опору.
О! Ого, там кристаллы? Сейчас давайте. Так. Ну, в общем, как-то так. Да, я на «е» случайно нажимаю. Так, ну у нас уже 35 минут серии идет. А я еще даже этих кристаллов-то не нашел. О, что это за фигня? Образец. О, мне скорость интернета повысили. Вырвать, чтобы собрать. Как мне его вырвать? Ё-моё, я обосрался. Так, ладно. Я не срался, никто тоже не срался, надеюсь. Потому что это было не страшно немного. Ну, немного там, если что, она не страшна, да? А в основном это страшно было. Это было очень страшно. Ладно, это ни хрена не страшно, ну а я лох. Мистер Лох на связи. Да возьми ты ее. О, какие кристаллики. Ох ты ж. Кварц. Это кварц? Я думал, это какие-то кристаллы. О, хотя... Ладно, чувак. Опора убежала. Скрылась. Предатель. Опора скрылась. Благодаря мне. Поэтому я как бы, ну, стал участник. Считаюсь. Так, ну что, давайте последнее это собираем. Тут аппарат был. Тут был аппарат. Тут был аппарат. Ух ты ж. Охрена! Обломки. А как мне эти обломки подобрать? Никто об этом же не говорит. Так, ну ладно, все, ребят, валим по бырому. По бырому, по бырам, по бира, бира, бира. Куда он пропал? Что я с ним сделал? Так, ребят, ну, в общем, смотрите, я сейчас тогда отнесу туда, ну и, в общем, мы тогда и закончим серию. Вот, знаете, я сейчас такой поднимаюсь, но этот сраный генератор падает камнем вниз. В прямом случае этого слова. Мда, такое. Я даже сам забыл про эти дырки. Я не могу, я не могу, я не могу. Так, ребята, ну, в общем, смотрите, все. Все, 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 я это сделал. Я этот, мать его, генератор вытащил. Ура! Ура, ура, ура! Да, ну, я как, наверное, уже поняли, я там его чем-то заправил. Я даже не прочитал, что это было. Ну, ладно, потом посмотрю на перезаписи. Ой, на перезаписи, наверное, как-то. Ну, пересмотрю запись, в общем. Как-то так. Да, ну и, в общем, у нас получилось тоже как-то так. Всем спасибо за просмотр. И всем пока!